Короче, приехал на металлоприемку, и тут такая штука стоит. Волга распиливается. Вот думаю забрать у нее мост для моей классики следующей. Хозяин сказал, приезжай после обеда, мы ее перевернем и снимай все, что тебе надо. Будет на килограмм она, этот мост. Наверное, и колеса заберу, точнее диски. Все 4 диска заберу. Вот. Сколько выйдет по цене, не знаю. Может, еще и педальный узел сдернуть. Такая штука. Короче, будем колупать ее после обеда. Так, ребятки, колупаю. Он стоит, привез резак. Машина, снимаю мост, наверное, вместе с рессорами заберу. Вот эти уши, клепки отожгу, сниму. Может, еще какой-нибудь прицепчик забальбеню. Тот прицеп, который я делал у меня на таких же волговских рессорах, только вот эти и вот эти уши я уже делал сам, а это уже здесь готовое. Заберу еще и рессоры. Может, какое корыто пригодится. Вот. И кардан снял только что. Еле-еле отсюда вот из паза его выколупал. Приржавел, что ли. Все. Наверное, заберу я вот этот ручничок, мне нравится. Вот эту педальку. Тоже прям откручу полностью. Даже тросик есть, да? Там даже тросик нормальный. Я думаю, тросик там весить много не будет. Рулевая колонка отличная. Крестовины там замечательные. Рулевой нет уже, наверное, конечно. А нет, стоит рулевая. Ну, сошки я что-то не вижу здесь. Самой сошки. А, она с той стороны стоит. Ну, короче, может, и рулевую заберу с Волги. И передок посмотрим, что тут за передок. Вот. Пружины одной нету. А вон стоит одна пружина. Как раз еще на один. А может, и здесь где-то валяется пружина. Не знаю, надо смотреть. Вот вам возвратные пружины на про этот профилегиб. И рулевая, отлично, все есть. Короче, прибарахлюсь сегодня чуть-чуть. Так, перевернули мы передок. Я думаю, может забрать его полностью. Там открутить, а тут вырезать его. Прямо вот, не раскручивая болты. Все это дело достать. А когда трактор варить, вот этот центр вырезал, вот так его сшил. И узкая колея получится, уже готовый. Балка-качалка, пружины полегче поставить, какие-нибудь запорожцы или еще с чего-нибудь. И готовый узел уже собранный полностью. Раму вот такую сварить как раз по этому. Ну, так как надо, будет она там. И все, и выворот колес будет достаточный. Узкая рама спереди. Вот. Ничего придумывать не надо. Я не знаю, ну рулевую, наверное, брать не буду. Вот эту. А лучше рейку поставлю. Сюда же. Только рейка будет толкать ее, гонять. Оба рычага. Вот и все. Даже сейчас вот так специально отрежу, чтобы у меня был наконечник. Вот этот. И никому не досталась рулевая. Да не, шучу. Сейчас я его расщепушу. Гайку отвинчу. Тут резаком нагрею. Как я вон гайки все нагревал здесь. Резаком нагрею. Она чуть расширится. И спокойно тяга. Хотя и съемники брал. Тяга снимется. И все, и до свидос. Вот такая петрушенция. Все. Если денег, конечно, хватит. Короче, вырезал балку, там открутил, он сошка на месте. Хорошо, хоть съемник с собой взял.
Вырезал ее полностью на. Уже дома буду гайки крутить. Вот. Это за рулевую они начнут считать мне по цене алюминия там. Короче, такая фигня. Не знаю, рейка. Мне нравится больше рейка. И удобнее держать машину. Все, сейчас как-то надо это все дело загрузить теперь. Погнал я рассчитываться. Сколько денег, сам не знаю. За такие ништячки. Итак, привез. Привез вчера вот эти все вещи. Сейчас буду разгребать их. Крутить гайки и смотреть, что, куда, к чему и почему. Балочка. Тальку повешу. И буду снимать. Вот, разгрузил балочку. Вот. Вот такая штукенция в сборе. Ну, тут я дюже не церемонился с откручиванием. Обрезал ее на кузове. Да и все. Делов там ровно 20 минут было. Так. Теперь будем поглядеть, что же можно отсюда снять, сдернуть, как это все дело расположить. Вот. Вот такая вот штукенция. Ну и задний мост, соответственно. Вот так вот по краям он 1,5 метра. Я вот и думаю, укорачивать его или вот таким оставить, базу широкую сделать. Вот. Мини мне уже не нужен. Мне нужен хороший, мощный погрузчик. Вот. Наверное, возможно, я так и оставлю. Это все можно заблокировать. Будет жестко. И сделать уже здесь качалку мощную. Просто рычаги оставить, выкинуть амортизатор вот этот, или как он там. Вот, и пружину убрать. А на место него варить что-нибудь такое мощное. Какой-нибудь, может, кусок трубы туда вставить, чтобы она упиралась. Такой стакан сделать вместо пружины. И все. И будет она жестко стоять. Зато все уже настройки тут, регулировки, все уже тут на колеса есть. Вот. Надо, короче, покумекать, подумать.